Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds Epic. У меня 36 золотых монет, и я собираюсь крутануть 10 раз, ага, нашу свинку. Поехали, посмотрим, что нам здесь выпадет. Пока ничего хорошего. Вау, что-то новенькое. На 3 звезды, и это у нас для Реда. Одеваем. Что-то как-то сегодня мне не фартит. И это плохо. И это плохо, друзья мои. Ладно, давайте еще одно бесплатное крутанем. Перчатка, говорящая рука. Опять же слабенькая, да? Ну, в принципе, и все. Можно, конечно, получить подарок, посмотрев рекламу, но я не буду сейчас этого делать. Лучше пойдемте поиграем. У нас с вами есть новые миссии, и нам нужно их сегодня проходить. Не знаю, наверное, сегодня по возможности еще попробую снять Angry Birds 2, если успею, потому что мы сейчас занялись с вами прохождением Doom Eternal. Также у нас еще висит игра State of Decay, вторая часть, так что не знаю, ребят, хоть разорвись. Ну, давай посмотрим, что здесь нас ждет. Свинская мощь 176. Опять же, у нас здесь варвары, да? Зарядка. В течение 3 ходов наносит 405 единиц урона. В течение 3 ходов цель также получает 81 единицу урона за ход. Буйство. Увеличивает силу атаки по мере заполнения перца ярости. Ладно, не будем это читать. Давай просто сразу попробуем его накумарить. Ну и будем продвигаться с вами потихоньку дальше вперед. Так, вот они. Варвар и шаман. Приступим. Так, давай вначале мы, наверное, отравим их. Вот так вот. А теперь будем бомбить. Так, неплохо. Варвар у нас оглушен был. Продолжаем бомбить. Отдуплиться? Нет, не отдуплился. Так, собирается, ребята, что-то сделать. Что-то плохое он затевает. Не успел. Ну, пардончи так, а вот этот успеет. И что же он будет делать? Интересно мне знать. Так. Ага, отхиливается. Просто-напросто отхиливается. Ну, тогда я скажу одно, ребята. Ему не повезло. Мы его сейчас быстро разберем. Так, ну что, буквально еще по ударчику, да? И я думаю, с него будет достаточно. Ну-ка. Раз. Два и три. По идее, он должен погибнуть сейчас. Да. Довольно легко и просто мы прошли с вами. И будем, естественно, дальше двигаться. Три звезды как с куста. Крутим рулеточку. Ладно, и так сгодится, я думаю, да? Ну, а мы с вами продвигаемся вот на этот уровень. И посмотрим, что нас здесь поджидает. 341 свинская мощь. А не слишком ли много? Погоди-ка секунду, ведь у нас есть уровень, который мы с вами в прошлый раз не прошли. А открыт он у нас уже давно. Так, секундочку, надо найти. У нас там была отвороточка, вы помните? Где-то вот здесь. Сейчас я попробую найти это место. Погоди. Ну я ведь точно помню, что мы с вами... Или я все-таки завернул там? Не могу сейчас 100% тебе сказать, сделал ли я эту миссию. Но почему-то я думал, что я ее приберег специально для этой серии. Видимо, я, да, увлекся и прошел. Вот незадача. Так, ладно, давай здесь, наверное, соберем пока ресурсы с вами. Раз уж накопились. Так. Этот сундук я так до сих пор собрать и не могу. Какой-то глюканутый. Кстати, мы можем посмотреть, что у нас здесь в этом магазине. Ага, сок из снежных яблок, острый овощной пирог и фруктовый кекс. Я думаю, что мы перебьемся пока. У нас есть, кстати, у нас есть, по-моему, вот здесь вот. Ага, шапка паладин, это для Реда, стоит 130 золотых монет. Недешево, согласись. Очень недешево. Нет, друзья, по-моему, мы все-таки с вами прошли тот уровень, который я хотел... Жаль, очень жаль. Ладно, у нас где-то еще, кстати, есть магазин, в котором мы можем с тобой купить шмотки. Так, может быть... Нет, здесь у нас все продано. И там уже оружие продается. Так, здесь у нас тоже все распродано.
Ага, это у нас следующая миссия. А что у нас тут? Вот, ребят, смотрите. Шапка для бомба, да, берсерк, и для нашего Чака, волшебника. Я, наверное, возьму для бомба вот эту вот берсерк. Потом накопим с вами 500 монеток серебряных и возьмем вот для Чака эту шапку. Ну, а в данный момент мы переходим с вами на следующий уровень. 341 свинская мощь. Ну что, давай, наверное, посмотрим видосик. Может быть, нам как-то побольше дадут здоровья. 300 силы. Слушай, не знаю, ребята, получится ли нам одолеть. Видимо, крепкие вот эти свиньи будут. Ну, попробуем, постараемся. Если что, мы можем поменять с вами Чака. Так, тут будет три волны. Ну что, приступим. Так, Чак, давай. Неплохо. Вон того нужно, наверное, в первую очередь разбирать. У него броня. Укрылся щитом, да? Охламонище. Так, тихо. Терпим, сколько можем. Давай, Ред, мсти. Так, и отравляем. Ох, неплохо. Так, что он там делает? Он повесил на себя защиту. Нам, наверное, нужно немножко хильнуться, я думаю, да? У нас массовый хил имеет Чак. А ну-ка. Но он слабенький. Так, я думаю, что этот отдуплится. Давай приступим вот этих вот маленьких. Ага, все, погибли. Переходим с вами на вторую волну. Ой-ой-ой, смотри, какие я с леденцами, да, с мороженными. Плюс в шапочках все дела. Я не буду сейчас применять перец. Я не вижу в этом пока надобности. А вот этого ханорика будем бомбить. Так. Отлично. Ты смотри-ка, а. Именно Чека бомбят. Успокойтесь, говорю вам. Ну, блин. Я даже не знаю, что лучше сделать. Может быть, Чек отхилить? Нет, давай вот так вот сделаем. И вот сюда ударчик. И, пожалуй, вот сюда. Угу. Ну что же, неплохо. Сейчас перейдем с вами на последнюю, третью волну. Дай-ка я, наверное, Чака хильну. И вот так вот сделаем. Давай, массовый хил. А эти погибнут, они у нас отравлены. Так что, друзья мои, переживать не стоит. Переходим с вами на последнюю волну. Вау, а он что, такой жесткий, что ли? Ну-ка, давай-ка проверим. Как раз под массовый урон он у нас попадает. Так, давай, траванули, повесили. Мы его еще и оглушили, вау. Давай-ка, Матильда. Отлично, Ред, пропиши. Половину здоровья отняли. Угу. Ну-ка, если мы еще разочек такую партию пропишем ему. Погибнет? Нет, живет. Еще живет. Ой, слушайте, ну смотрите. Несмотря на то, что у них было очень много мощи, мы разобрали. Но, конечно же, не без рекламы, потому что за счет нее нам немножко все-таки увеличили мощь наших птичек. И можно сказать, что мы на равных сыграли. Давай крутим рулетку. Замороженные перцы и камень. Хорошо, пускай будет так. Интересно, что нам сейчас откроют? Какую локацию? Потому что у нас там все было в облаках. Нам не было показано, что у нас там откроется. Так, смотрите, друзья мои, у нас открылся новый магазин. Угу. Костяной шакрам. Я не знаю, что такое, но возьмем. Возьмем, чтобы этот магазин мне больше мозги здесь и глаза не мозолил. Видите, как бы галочкой отмечен, значит все. А двигаться нам нужно вот сюда. Вау. А вот и орел открылся, кстати. А здесь это яйцо стоит. Слушай, ну тут неплохая территория. Свиньи в каменных шлемах стоят. Давай сюда передвинемся. Сколько мощей? Покажите, пожалуйста. 148. Ну, в принципе, должно все быть легко. 148 это даже не 200. Так что сейчас посмотрим, как у нас тут все это дело пойдет. Давай, начали отравление. Так, Матильдочка, я не знаю даже, кого нам лучше бомбить. Или вот этого, или вот этого. Давай, наверное, мага. Потому что маги, они всегда были вредные в этой игре. Тем более ему осталось жить-то совсем ничего. Так, успокойся, успокойся. Ох ты, ничего себе тут. Так, ну этот уже не жилец. Все, с ним можно пока
завязать. А вот этих вот нужно гавриков уничтожать. Так. Что они тут собираются сделать? Копят энергию. Слушай, ты достал уже, а? Давай, наверное, мы ему пропишем по первое число. Вот так вот. Этот не жилец, остается только вот этого верхнего подбить. Я думаю, достаточно будет реда. Да. Ну, легко, на самом деле. И, кстати, у нас скоро будет 24 уровень. Прапаемся маленечко, да, с вами. Так, ну что ты там плачешь? Грустный такой. Так, водичку и камушек мы с вами заработали. Ладушки, давайте смотреть дальше, куда нам путь, как говорится, проложат. Каждый день недели появляются уникальные подземелья. Ага, мы вот сюда можем с тобой переместиться. Что тут у нас в новостях? Давай-ка глянем. В процессе ближайшее сейчас недоступно. Ну, я не знаю, суперзлодеи Свинского острова. Хм. Легко, средне и сложно. Коллекционные предметы. Так, друзья мои, давай попробуем. Для участия в событии нужно победить хотя бы в одном бою события. Ну, давай средний возьмем. Так, 195 свинской мощи. Причем здесь всего лишь один враг. Минус 5 энергии. Очень интересно посмотреть. Перетащите заполненный перец ярости на птицу, чтобы выпустить ее гнев. То есть здесь будет всего лишь одна волна. Все, я понял. Хм. Он что, со спичкой что ли стоит? Что у него тут в руках? Непонятно. А, это же у нас Star Wars. Звездные войны. Я думаю, что это у него там? Это у него якобы меч, да? Лазерный. Я его узнал по шляпке. Так, тихо, вон там динамит у нас какой-то бежит. Да хорош, отрыжками там своими меня бомбить. Наверное, нам нужно вот этот динамит уничтожить, потому что он, наверное, взорвется и будет очень больно всем. Так, зомбари вот эти 100% будут вставать, поэтому нам нужно убивать вот этого вот главного. Так, тихо. Главное, чтобы Чака не трогали, остальное все нормуль. Поехали, еще раз пропишем. Раз, двас. И давай перец, наверное, с тобой подключим. А ну-ка. О, хорошо-то как. Ну, ему крышка, да? Ему крышка, и остается последний у нас тут. С какой-то рукой. Так, а динамит? Я не знаю, нужно ли его подбивать нам. Ладно, попробуем. Все, прошли или нет? Да, довольно легко было. И посмотрим, дадут ли мне что-нибудь в награду. Потому что в прошлый раз я тоже проходил испытания, и мне ничего не дали. Ага, 150 и 15 монеток. Давай посмотрим, учтется ли это все. Сейчас, медальки, смотрим именно там, где у нас копятся медали. Так, глядим. Начать. Я не вижу, ребята, чтобы это где-то мне копилось, ты понимаешь? Просто не вижу. Куда это все идет? Нету медалек, которые я заработал. Ладно, не будем расстраиваться, а переходим на следующую миссию. Смотрим, 160 мощи у свиней. Их здесь два. Это рыцари. Слабые атаки наносят лишь половину урона. Пью. Тем лучше для нас, потому что мы сейчас будем им прописывать таких люлей, что мало им не покажется. Ну, естественно, Чак травит. Наверное, будем вот этого жирного, да, бомбить в первую очередь. А рыцаря уже попозже маленько. Так, что он делает? Ох ты, в Чака ударил. Так, этот начинает думать. А если он начинает думать, значит, он собирается что-то сделать. И атака будет против Чака. Меня этот расклад не устраивает. Надо браться уже за рыцаря. Так, успокойся. Ну, ты уже не жилец. Все, ты можешь там даже не мечтать. Так, а вот этот вот чувачок верхний, он еще и в броне у нас оказывается. Он еще и в броне. Давай-ка, наверное, перчик с тобой применим. И должны будем разобрать его. Так. И добиваем. Раз. И два.
Отлично. Еще один такой бой, и уровень у нас будет в кармане. Давай, давай, третью звезду, не жмись. 50 тысяч очков заработали. Что-то давненько нам не выпадает шикарный бонус. Да, вы заметили? Свинские врата можно открыть свинским ключом такого же цвета. У нас, кстати, какие там, по-моему, красные, да, врата не открыты еще. Ключа я пока не знаю, где взять. Так, смотри-ка, что это у нас здесь такое? Бубен. Мы с вами пришли на какую-то новую территорию. Свинская мощь всего лишь 94. Восстает через 2-3 хода после смерти. Но это понятно, это у нас армия нежити. Ну, с ними я тоже, в принципе, люблю разбираться. Главное, чтобы они все погибали одинаково, в одно и то же время. Так, проверочка на крепкость, как говорится. Так, вот этот ватный, сразу видно. Вот этот будет покрепче. А этот уже тоже не жилец. Ну-ка, раз, два-с и... Ну, давай так попробуем сделать. Ну-ка. Вау, а с какого перепуга вот этот выжил? Ну-ка, наказываем. Тут у нас три волны, да? Заработаем мы здесь уровень себе или нет, как думаешь? Так, здесь у нас два. Один рыцарь зомби, другой какой-то шаман зомби. Опять же, проверочка на прочность. Вот это будет послабее, наверное. Так, Чак, давай-ка. С помощью перца накажем их. Я обожаю, когда Чак врубает вот эту свою злость. И наша Ред, как говорится, и Матильда тоже начинает бомбить. Просто супер-пупер, да? Перчик срабатывает. Ну что, отдуплился. И мы с вами двигаемся далее. Скорее всего, мы получим с вами уровень. Так, а здесь у нас кто? Ага, опять свинья-маг. Это у нас рыцарь, да? Рыцарь-зомби. А это кто у нас? Просто зомби, да? Да, просто зомби. И здоровье меньше 1000 у них у всех. Так, давай-ка. Ну, маг уже не жилец, вы видите. Тем более он оглушенный, его можно уже не трогать. А вот рыцарь-зомби мне не нравится, что он тут делает. Он, по-моему, мне физическую атаку понизил. Видите, стрелочка вниз показывает. Так, минус маг. Я, наверное, не буду перец включать, это не обязательно. Мы с вами и так справимся. Бомбим зомбаря. И добиваем его. А этот погибает сам. Ну, есть, друзья мои, новый уровень. 24-й. Соответственно, сила наших птичек, конечно же, увеличивается, по-моему, на 2%, если не ошибаюсь, да? Крутанем. Как обычно, семушки, колбушка и камушек. Прохождение ежедневного подземелья даст тебе огромное количество пятачков. Я не вижу никаких пятачков. И медальки мне почему-то не дают. Ага, что-то происходит, друзья мои. Ага, орел спустился. Типа, нельзя. Запрещаю. Не понял. А, нужен меч, Экскалибур. Меч в камне. Понятно, новый уровень. Так, 416 было, да? Силы стало 419. Новое. Замок сласти напасти. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждую пятницу. Друзья мои, по-моему, сегодня, если не ошибаюсь, воскресенье. Не пятница. Что-то они здесь перемудрили. Смотри, самое интересное, что мы можем сюда пойти. Вот сюда. И вот сюда. Подожди-ка, а как же нам тогда меч-то этот взять? Хм. Или у нас будет долгая дорога. Ого, смотри, сколько здесь мин. Значит, мы, наверное, как-то с тобой будем здесь все это дело обходить. Наверное, так. Ладно. Какую миссию нам бы посетить? Давай вот эту, она слишком яркая. Нежить. Свинская мощь, мы видим, соточка. Награда до 125 пятачков. То есть это типа...
А, это вроде бы как подземелье, да? Замок сласти напасти. Ну что ж, давай попробуем. Мы, знаешь, что можем с тобой сделать? Взять помощь друга. У меня свин Хрякович, он у меня уже давно стоит, в друзьях находится. И вот можно его взять. Почему-то, и друзья, вы пишете: Рэй, ну, типа, выложи на этом Фейсбуке, да, свой ак. Я выложил, но что-то никто не прибавляется. Я не вижу, чтобы кто-то ко мне в друзья здесь еще добавился. Это очень интересно. Выберите птицу друга, которая поможет тебе в битве. В награду друг получит знаки дружбы. Вот знаки дружбы мне нужны. Ладно, попробуем, наверное, без помощи друга. Тут всего лишь соточка. Я думаю, что справимся своими силами. А вы, ребята, если играете в Angry Birds Epic, то присоединяйтесь ко мне в друзья и будем получать, как говорится, знаки дружбы. Так, что ты делаешь? Ох ты, какой жулик. Нифига себе, ребят, у нас всего здесь два героя, а волн будет здесь очень много. Наверное, я зря отказался от помощи друга. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. По-моему, да, по-моему, меня тут раздеребанят. В общем, если я сейчас здесь проиграю, я возьму друга в помощь. Так. Но погибните. Нет, не погибли. Вот бейте Реда. Чак слабенький, он не выдержит сильного натиска, да? Так, переходим дальше. Тут сколько? Это только вторая, третья, четвертая. Пять волн здесь. Так, что же нам сделать? Ну, давай начнем вот так вот. Отхил. Слушай, ну они ватненькие. Можно, конечно, применить сейчас перец, но не хочу. Пускай бьют. Вот, вот так вот и надо. Пускай бьют именно Реда. Не то, чтобы мне Реда не жалко, но просто он по здоровью именно крепче. Поэтому он выдержит этих зомбарей. А вот Чак, если будут бить, то он погибнет. Давай сделаем вот так вот. И, скорее всего, вот сюда. Так, последний у нас остается. Мы с тобой сделаем отхил. Вот так, и добиваем. Переходим на третью волну. Давай, давай, побыстрее. Побыстрее. Ох, здесь. Как тебя величать? Франкенсвин. В принципе, ребята, я был прав. Франкенсвин. Влепить, что ли, а? Нет, не будем. Пока потерпим. Пока потерпим. У нас еще, не забывайте, есть, по-моему, сок, который нам может восстановить здоровье. Ведь я же не все потратил. Да, ребята, есть у нас сок с вами, так что вполне, наверное, справимся. Так. Отлично. Так, этот не жилец у нас. Так, он уже начинает думать. Опять против Чака что-то там. Тихо, не надо обижать ни Чака. Посмотри, что делать, а? Посмотреть, что они делают. Ну что, добиваем, наверное, да? Минус двоечка, и остается последний. Так, Чак, мы с тобой, наверное, его отравили. Так, очистились. И добивочный. Переходим на предпоследнюю с вами разборку. Тут, наверное, придется нам сок с вами потратить. Сейчас глянем, что у нас тут. О-хо-хо-хо. Я могу орла, в принципе, позвать. Но зачем? Блин, я не знаю. Я даже не знаю, что-то сомневаюсь. Блин. Получить бесплатно сок. Пришлось мне вот так вот сделать. Бомбить. Давай сделаем. Фиг с ним, ребят. Поехали. Так. Оу, этот в броне, этот крепкий будет. Этот чувачок будет крепкий, но он оглушен пока. Так, двое оглушенных. Один только этот пока действует. Ладно, хорошо. Сейчас мы его добьем. Минус два. И теперь нужно вот этого самурая нам наказать. Так, нам придется с вами, наверное, сок потратить. Нам нужно справиться за два хода, потому что иначе эти свиньи встанут. Свиньи-зомби. И будет плохо все.
Чак, у тебя здоровья, как всегда, уже нету. Перец откатился. Кого? Что он делает? Да иди ты в пень. Ты смотри, что он сделал, а, ребят. Он взял и оживил этих всех зомби. Ну. Так. И, наверное, нам надо добить. Этот погиб. Бомбят Чака. Ой, Реда. Так, а Чак у меня в этот момент будет заниматься лечением. Не трогай. Главное, чтобы он Чака мне не ударил. Так, и отхиливаемся. Переходим с вами на последнюю волну и смотрим, кто у нас там сейчас будет. Покажите мне, пожалуйста. Ага. Опять Вейдер здесь у нас, да? Ну что? Будем что-нибудь с вами применять, нет? Ну, отравление, это понятно. Отравление. И вот так вот. Ёлки-поки, опять он в этой сильной броне. Ну, мы его оглушили. Он пока пропускает ход. Нам бы удачно как-нибудь с вами получить. Так, он отравлен. Ну, интересно, сколько он урона нанесет? Много? А, он думает, он начинает. У него массовая, по-моему, да, будет атака? А ну-ка, подключаемся. Раз. Два-с. Три-с. Так, этот не жилец. Этого оглушили. Знаешь, что я сделаю? Я применю, пожалуй, вот это. Если не ошибаюсь, это у нас увеличивает опыт. Да, ребята? Увеличивает опыт за прохождение. Если мы проходим с вами, у нас в два раза больше опыта будет. Это то, что нужно нам. Так, и давай-ка, наверное, вот этого добьем. Добьем, ага. Слушай, сейчас что-то будет плохое. Слушай, ну терпимо, мы еще живем. Вот эта свинья сейчас оживет, друзья, это плохо. Эта свинья сейчас встанет. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? А потом вот эта свинья встанет. Блин, да что ж ты будешь делать? Мы не успеем так с вами, друзья. Так, тихо. Ну что, активируем перец. Другого варианта я не вижу. Раз. Два-с. Три-с. Отлично, добиваем вот этого. Этот отдуплится сейчас. Этот у нас был оглушенный, поэтому вот так вот. Ну что я тебе скажу? У нас удачно все получилось. Давайте теперь крутанем рулетку. Сколько? Почему две звезды-то? Ё-моё. Вау, шикарно. 100 пятачков я получил. Ну это лучше, да, чем 15. 100 пятачков просто за одно прохождение. Но зато я, ребята, слил 2 сока из ягод. Вот это плохо. Ну что, двигаемся вот сюда. Смотрим, что у нас тут. Свинская мощь 172. Какие-то поленья у нас тут разыгрываются. Кто-то говорил из подписчиков, чтобы я брал бомба. Ну, давайте возьму бомба, посмотрим. Сыграем разочек за него. Ну вот почему-то я привык именно вот к Чаку, к Реду и к Матильде. Так. Поехали. Ого. Ты что, серьезно, что ли? Такой крепкий? Так. А ну-ка еще разок. Слушай, вот этот чувачок крепенький. А почему Матильда у меня танкулем стала? Вышла вперед. Это не надо так делать. Что, усилил, да? Защиту своим свинюшкам. Ну ладно. Так, давай-ка вот сюда. А вот если бы у нас было бы отравление, они бы сейчас получали урон. И причем нехилый. Именно от Чака. Ладно, смотрим, что тут происходит у нас. Пока вроде бы все терпимо. Я больше чем уверен, что мы здесь с вами сможем справиться с ними. Ну-ка. Блин, что-то бомб не пробивает. Не пробивает, да? Защиту. Так, тихо, 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 тихо. Давай-ка, наверное, вот так сделаем. Вау. Неплохо так прилетело ребятам. Давай вот этого ударим. И вот этого. Так, главное, чтобы у меня никто не погиб.
Ну, вроде бы неплохо справились. Жалко, что опять на 3 звезды не получилось. По-моему, дадут только 2, да? Ну да, 2 звезды. Это надо будет потом мне как-то переигрывать. А что это у нас еще? Тыквы здесь какие-то появились. Хм. Тоже как ресурсы. Раньше что-то не было. Пробуй разные сочетания птиц. Для каждого сражения есть особые комбинации. Это я знаю, что есть. Так, и мы с вами... О, полено. Если мы сюда перейдем, дальше мы пойдем, наверное, вот сюда вниз, да, скорее всего. Ладно, поехали. 248 рыцари, да? Хм. Дай-ка я возьму Чака, бомбу уберу. Может быть, даже уберу. Нет, Матильду не хочу убирать, потому что у нее есть терновый куст, который тоже наносит урон. Каждый, как говорится, ход. Ну что, поехали? Ага. Я понял. Блин, какой же он сильный, а, с этим щитом. Упал. Упал, бедолага. Опять защиту на себя мощную поставил. Так, ну что, будем пробивать. Против отравления, как говорится, нет никакой защиты у них. Но, отлично. На следующий ход, скорее всего, парочка свинюшек упадет. От отравления именно. Хорош Матильду убежать. Давай еще раз дождиком. Так. И вот так вот. Ну, что у нас тут получается? Все практически, да? Кроме вот этих двух свинюшек. Сейчас мы их отравим. Все. Переходим на вторую волну. Ну, давай. Кто у нас тут? Вау. Бородач с пушкой, на которой находятся какие-то грибочки. Так, ну-ка. Прям по нему бомбят. Давай, 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 родные мои. Вжариваем. Так, еще разок. Великолепно. Ну что же, бородач. Кстати, он мне почему-то напоминает Марио. В этой шапке еще. Действительно, как Марио. Так, мы можем с тобой что, хильнуться, наверное, да? Чак. Нет, давай-ка отравим. Отравили. Мастерство повысили у Реда. И это хорошо. Последняя волна. Переходим на нее. Опять здесь, да? Рыцари. Причем у них оружие, вы посмотрите, да? Тут какая-то булавка с мотком шерсти. Тут палочка с перышком. Че только не наденут. Че в руки не возьмут, чтобы это было у них как оружие. Но самые крепкие это вот эти вот с щитами. Это как у меня Ред, да? Только почему-то у него не щит, а в одной руке копье у него, а во второй должен быть, по идее, щит, но там находится какая-то фигня. Клаксон. Так, ладно. Давай еще. У нас перец откатился, но я его не буду применять на Реда. Мне нужно именно на Чака. Потому что за счет Чака мы с вами делаем массовые атаки. Поехали. Ну-ка. Так. Слушай, ну неплохо. Очень неплохо. Остается, наверное, вот сюда ударить разочек. И вот сюда. И они, наверное, погибнут все. Да. Ух ты. Скоро 25 уровень. А максимальный, если я не ошибаюсь, здесь 99, по-моему, да? Вроде бы я видел... человечка, которого, у которого 99 уровень был. Так, ну что, знаки дружбы используются для повторного вращения рулетки. Это я понял. Я хочу посмотреть, куда вы нас сейчас переместите. Вниз по карте? Так, мастерство повышенное. Вот это хорошо. Так, значит, у нас у Матильды, да, прокачался парик вот этот вот. И у Реда. Ключика у нас с вами нету красного. Где вот его найти? Пока не знаю. Ну что же, давай сюда перейдем. Посмотрим, сколько здесь. Так, свинская мощь 144. Слабые атаки наносят лишь половину урона. Замечательно. Слабые атаки наносят лишь половину урона. Это мне, как говорится, на руку. Так, давай вот этого, наверное. Который у нас под щитом. Естественно, у него броня будет крепче, поэтому и урон он будет получать меньше.
Отравляем. Кустик терновый. И вот так еще разок. Блин, мне хочется, чтобы Ред бомбил. Ну, знаешь, прям вот как, чтобы ударил. И этот сразу отдуплялся. Но нет, такого у нас не получится и не будет. Давай-ка вот так вот сделаем. Ну, этот, да, этот погибает. А этот еще выеживается тут, мелкий. На! Давай-ка хильнемся маленько. И добьем. Легкий бой, на самом деле. Я хочу получить 25 уровень уже, в конце концов. Победа, сколько у нас там? 51 тысяча очков, да, заработано. Во. Водичку получили, 3 штучки. Коснись объектов и удерживай для получения информации. Это все понятно. Так, ну что же. Я так понимаю, ребята, у нас типа бусика здесь будет, смотрите-ка. Свинота стоит в шлеме, в каменном. Да, 224 свинской мощи. Это у нас опять же рыцари. Угу. Давай проверим, насколько они сильны. 3 звезды за победу увеличивают размер награды. А, он один здесь, елки-палки. Это у него, у одного столько мощей. Слушай, ну этот чувак, наверное, будет жестким, лютым. Да. Мне вот это не нравится, если честно. Мне не нравится, что он на третий ход будет что-то делать. И что-то ужасное у него, да, будет получаться. Давай на всякий случай мы поставим себе защиту. Не знаю, что он тут сейчас будет выдумывать. Наверное, будет с одного удара убивать птичку. Ну-ка. Что? Ох ты! Ты видел, что он сделал? На, получи. Так, у нас есть перчик. Давай применять его. Пускай каждый по ударчику нанесет ему. Мы его оглушили. Мы его с вами оглушили. То есть один ход он пропускает. И это круто. Давай продолжать его бомбить. Ага. Только половину здоровья мы с него сняли. Так, Матильда, подхиляй всех. Потому что потом у нас Ред поставит защиту, чтобы эта свинья нас не подбила. А, он был оглушен. Так это вообще круто. Пока он в оглушении, мы можем его пробивать. Слушай, ну все, по-моему, ему крышка, друзья мои. Ему крышка. Отравление, да? Куст терновый его просто добьет. Смотри. Отлично. Ну... Но он тяжелый был на самом деле. Он один, и у него столько мощей было. 48 тысяч очков получили. И 2 полена и мензурка. Так себе выигрыш. Используй перец ярости мудро. Стараюсь, пытаюсь. Ну, вроде бы как получается пока. В холостую я его, естественно, пытаюсь не тратить. Опа, что у нас тут? Король, принц, все дела. Так, у Реда идея, как это возникло. Он побежал. Куда он там побежал? Ага, на дирижабле прилетел. А у этих катапульта, я смотрю, да? Вот что они делают. Так, нам показывают еще одну катапульту. Ох ты. То есть мы должны уничтожить эти катапульты? Или что? Что-то у Реда идея не прокатила. То есть он хотел пролететь, да? Но ему сказали: парень, это не вариант. Тебя типа собьют эти катапульты, и мы решаемся с вами идти и уничтожать их вручную. А уже после этого, наверное, скорее всего, мы полетим. Я почему-то думаю, что именно так у нас должно все это быть. Ну что, приступаем. Отравление. Тут 2 чувачка, да, в броне. Это плохо. Они все у нас с щитами стоят. Так, против Чака что-то затевает, а? Блин, они еще и защиту себе усилили. Это плохо. Это плохо. Давай, пробуем. Оглуши его, пожалуйста. Не хочет оглушать. Что он сейчас делает? Ага, теперь каждый будет бить Чака, да? То есть он сделал как бы... Блин, сейчас они, скорее всего, подобьют мне его. Бедный, бедный Чак.
Блин, что же нам сделать с тобой, а? Может быть, перец? Неохота тратить мне, если честно. Ой, давай хильнем, наверное, нашего бедного Чака. Так. Удар. И отравление. Воу, нам повезло, ребят. Самого толстого мы подбили. Так, тихо. Промахнись ты. Ты посмотри, а сейчас уничтожат мне. Они уничтожили Чака. Нам чуть-чуть буквально не хватило, чтобы вот эти вот орлы отдуплились. Печалька-то какая, а? Все, готово, да? Кстати, мы, по-моему, уровень с вами, да? Получим. 2 звезды. Ребят, я обязательно буду перепроходить эти уровни. У меня все этапы должны быть на 3 звезды пройдены. По любасику. Займи высокое место в рейтинге лучших игроков. Попробую занять здесь. Я как-то на аренку сходил, посмотрел там, какие ребята есть, выступают. Чуть не опупел. Так, ну что, птичья сила выросла на 3 единицы. 25-й у нас уровень уже. И мы с вами перемещаемся вот сюда. Ну, я, знаете, что думаю? Этим мы займемся уже, скорее всего, в следующей серии. Сегодня так неплохо мы поиграли. Довольно много прошли. Так что, я думаю, вы будете не против, да? Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.